Доброе утро, страна! Мы едем. С утра пораньше едем. Куда едем, дети, вы знаете? На Бондюэль, да. На завод Бондюэль, который в Новотитаровской находится. Там будет не знаю что, но в общем посмотрим, что там будет интересно. Да, короче, горох. В общем, сейчас мы здесь стоим, уже переехали на перекрестке на Титаровку, стоим на обочине, ждем родню. Сейчас она тоже едет. Дайте сказать. Скажите. Там будут консервные банки, роботы. Да роботов там не будет. Откуда там роботы? Там будут, значит... А вот это же... Тихо, можно я скажу? Там будут банки, роботы. Банки, роботы будут. Стаканы, роботы. Все, мы приехали на Бондюэль. Слушайте, там столько машин. Мы пока приехали, там все уже занято. Ну что, пойдемте? Давайте возьмемся это за руки и перейдем на дорожку. Мама, это липучка. Это же гусеничка. Это липучка. Все, Гриш, не трогай ее, пошлите. Взялись за руки, давайте перейдем через дорогу. Антофон, ну не трогай ее. Это липучка. Все, все мы идем. Мама, на Бондюэль. Только не спешим, хорошо? Вот тут. Где? Где кукурузка? А вон на заводе. Так, все, нас записали. Мама, ты все знаешь. Мама, ты все знаешь, сколько... У Бондюэля день рождения. Ты знаешь, сколько ему лет? Ты тут работала, я знаю. Несите чёрт. И можно наблюдать, кстати, эти работы. Посмотрите, пожалуйста, какие потрясающие работы. Там даже у трёхлетних детей получились. Поэтому будьте добры, обязательно посмотрите, когда у вас будет такая возможность. Да, каждый получит подарок сегодня. Одна из главных задач Бондюэль в рамках корпоративной социальной ответственности это помощь пожилым людям и улучшение их жизни в домах. Вновь отправиться в Славянский дом-интернат для престарелых и инвалидов. На этой встрече некоторые работы участников, сделанные с душой и любовью, о которых мы говорим, будут подарены подопечным. Момент, когда вы уже... Аплодисменты! Спасибо большое. Donc, я могу танцевать, вас, так же, hein? Первый, Страсником, hein? Et il y a очень-очень рад видеть вас на завод Новотитовская, et спасибо большое. Et сегодня, вы знаете, это очень важный день, потому что это день рождения Бондюэль, 13 лет, mais также большой праздник для детей, для семьи. Et я вижу, là, сегодня пришло много семьи, donc это очень-очень хорошо, et я очень-очень рад познакомиться также ваш семье. И я думаю, это очень важно, и когда инициатива, чтобы открыть и посмотреть завод, я думаю, это очень-очень интересно видеть, где папа, где мама работает. Alors, yes, день рождения, 13 лет, когда 2006 это Ренатсатова Гаду, мы призволзвили первый продукт, горор, кукуруза. Сейчас мы будем работать 120 миллионов банок в год. Это очень-очень много. И я вижу là, это для будущи, много семьи. Donc, спасибо большое. Также, очень важно, будет конкурс. Конкурс. И когда là, я видел, и также я вижу, это высокий уровень. Alors, моя команда, мне нужно использовать завод, вообще, потому что это очень-очень качество работы. Hein. Et, как мы уже говорили, mais когда устраивает нас Наю Шреда, это приоритет для Бондюэля. У нас много активитет для региона, Диэс, и Сивония, это как Дензве, и очень-очень рад, вы будете посмотреть завод. Donc, поэтому, я желаю Сивония хороший день, хороший праздник,
Et Arochaya Excursia. Et спасибо большое. Дорогие друзья, мне кажется, мы вместе с вами должны были заметить самую важную информацию. 120 миллионов банок в год. А знаете, что самое главное? Мы к этому причастны. Самых главных героев сюда пригласим всех детских анимационных мультфильмов 21 века. Встречайте, именные движения. Ваша задача эти две... Среди всех морей, среди всех земель, чемпионы вкуса, овощи, Бон Дюэль. Идем на экскурсию на завод. А тут дочь. Ищи. Какая классная фотография. Да, я понял. Ну давайте вату, Афонечка, раздувайся. Вот здесь ставь обувь, да. Есть, молодцы. А, сейчас еще фотография для взрослых. Я в прямом. Есть, отлично. Афоня, а вон вход с другой стороны. Проходи, где тети, проходи. Проходи, проходи. Перепрыгните! Ничего летать не умеете! Афонь! Афонечка! Иди прыгай сюда! Иди, зайчик! Попрыгай, зай! Как ты высоко прыгаешь! Друзья, если у вас на талонах... Афонька, ты сейчас ехал с горки? А ну иди еще залазь! Антош, не надо отсюда, Зая, не надо. Давай, съезжай, Катя. Опа! Да ты так съехал. А ты Антошу куда, на вату отвел? Да? Сложно вообще. Сложно было за попкорном, да? За ватой еще сложнее, ждать долго. А, сейчас пошли искать. Нет? Гриша, где Антоша? Пойди посмотри, он там где-то был в очереди. Вон он стоит в очереди. А кулер, ты побил водички? Ну да. Заюня, ты ждешь? Зайчика, помаши привет. Тёма, Миха, Артём. Ого, сколько птичек полетело. Как не играют, а просто смотришь, что они играют. Мне просто там согласен, что вы здесь были, играли. Попкорн выдается в одной штуке. Воды? Заюня! Иди, я тебе поправлю. Ну, родня, покажите. Это чем, красками? А петь можно всем вместе и так же мне. Гриша, будь делать капитошку. Актрисы, которые играли в этом фильме. На 6 детей. А долго это по времени? Помните, что? Смотри, что мы с тобой делаем? О, Колесо.
мальчик, утюг, ты сядешь тогда. Вагончик тонется вперед. Да, вижу, вижу, подойду. Два кирпичных. А теперь смотри, в чем суть. Твоя задача пропихивать как можно глубже. Вот сюда, даже когда оно забьется, не пропихивать сюда, а прям до дна. Понял? Достаточно, а то расплачешься. Итак, это кино. Служебный роман. Абсолютно не. Женщина, которая поет, правильно? Нет. Антон Сергеевич. Я сам не знаю, хорошо, что правильные ответы есть. Итак, это не женщина, которая поет. Еще варианты есть? Кино. Мальчик, это как? Сказка Флейкса, естественно. Поехали дальше, следующий. Друзья. Григорий, ты весь в муке. Я знаю. Можно пойти? Можно. Дорогие друзья, у кого на полочках написано 12-10? На 12-10. Готово? Покажи. Здоровски, да? А это, Григорий? Да, идет. Что? Это у него, наверное, вена идет. Да, тут как все работает, да? А вон там целая линия. Поднимает, да. Там 120 миллионов в год они должны, да? 20 миллионов. Банок. 20 миллионов банок. Угу. Дорогие друзья, хочу сказать, что начинается технический перерыв у всех прекрасных людей, которые стоят бесплатно сегодня для вас. Делают технический перерыв до 12 часов. А вот я уже... Маргарита, покажи! Ты сделала это сама? Снимай. Это твоя? Да. Афоня, это твоя? Да. Сам делал? Помогу. Вот так делал? Друзья, обратите, пожалуйста, внимание, если у вас на колонне написано 12.30, записанную экскурсию проходите, пожалуйста, в администрацию. Черепашку-ниндзя! Какого цвета? Донателло, Леонардо, Камон. Друзья, если вы не успели сфотографироваться с мини-фонами, если вы не успели поджиматься с мини-фонами, они отправятся к своим. Пошлите. Вот одевайте взрослым. Так, подожди руку. Мальчики. Опа, давай. Проходим. Здорово. Тебе понравилось? Воды? Одну вытянул, сразу же опять не оглушил. Да? Ты бы попробовал вытянуть? Да. Миша, даже дали грамоту, да, Миш? Это потом пять. Тарас. Дочка, иди сюда, не толпись. Дочка, иди сюда. Все, мы уже дома. Сколько у нас сейчас времени? Да. А, ровно час почти, без двух минут. И сейчас пойдем отдыхать, да, перекусим? Да. Так, мы уже проснулись. Дети наши пошли с Дежкой на рыбалку. Ну, вернее, не все, а Антошка и Гришка. А мы сейчас с Афонькой творог с сметаной перекусываем.
Фанька пьет молоко, которое Грише дали. Покажи, какое. В школе же дают молоко. Ух, и этот капитошка, который не дает теперь Афоне покоя. Мы решили его сделать дома. Взяли муку, шарик, да? Алло. Клеечку. Теперь сюда нужно запихивать, да, сынок? Афоне это самое больше понравилось пихать. Муку. Получается, сынок? Да. Главное это делать на улице, да? Да. Молодец. Подальше. Угу, молодец, хорошо. Еще подальше. Я пойду там картошечку начищу, хорошо? Да. Мы, Степ, теперь не можем отойти от бандюэля, теперь капитошку делаем дома. Да. Ты будешь делать, Степ? Нет. Так, готовлю ужин. На ужин будет тушеная картошка. Здесь у меня картошка, лук, чеснок. Сейчас еще посолю, поперчу и добавлю водички. Так, дети тут смотрят мультик. Что за мультик, детки? А, я говорю, вы в него в кино ходили, да? Да. Но я не ходила. Я помню. Да. А я иду на улицу, мы там жарим маринованную рыбу на костре. Первый наш опыт. Так, пап, ну покажи. Что тут с рыбой? Рыбы нет. Да, я сейчас есть. Смотрю. Одну. Я все принесла. Да, за... Да, еще чуть-чуть. Прокапает, да? На тебе. Не, я не хочу такого. Да. Это же... Так, вот все для ярмарки. На море всех разбудим. Потому что завтра мы на ярмарку не поедем. На море и тебя разбужу на море. Так, ну что, у нас тут танцы уже, потому что сегодня суббота. Антон Сергеевич. У нас тут еще свои танцы, да? На обруче чувак вообще крутой.